Ухоженный центральный фасад, обрамленный не менее ухоженным палисадником. Чисто уютные коридоры и, наконец, гордость любого учебного заведения – кабинеты, светлые и просторные. В стенах средней школы номер 13 сразу чувствуется рука опытного руководителя и настоящей хозяйки. Вот уже полтора года, являясь директором учебного заведения, Анна Волынец второе лето приводит в порядок школьные стены. Кстати, в отношениях этих самых стен педагог решила применить необычное решение. Во-первых, они фактурные, а во-вторых, вместо привычных обоев – краска. Более того, разных цветов. По словам Анны Петровны, такой ремонт делался специально для того, чтобы детям было комфортнее и веселее учиться. Кстати, таких оригинальных кабинетов на счету школы 8. Все ремонты были произведены хозрасчетным способом через договора подряда с гражданскими лицами, строителями. И было потрачено из внебюджетных средств, которые были сданы членами попечительского совета школы, куда входят все родители нашей школы, в сумме 80 миллионов рублей. Кроме того, за бюджетные средства в этом учебном году в нашей школе произведена замена стеклоблоков в спортзале. Спортзал теперь у нас не просто самый большой в районе по площади, но теперь стал и самым красивым. На новые окна из городского бюджета было выделено 240 миллионов рублей. В прошлом году город помог отремонтировать 4 кабинета и столовую. Однако особое внимание заслуживают мастерские для мальчиков, на которые деньги выделил также бюджет. Номер на торце каждого рабочего стола совпадает с цифрой набора инструментов на стене. Так любой ученик в кабинете труда может почувствовать себя настоящим хозяином. И все же, по словам директора школы, новые помещения станут уютными только после того, когда там пройдут первые уроки, а учителя и дети вложат в них частичку своей души. К слову, ребята этим летом приложили немало усилий, чтобы сотоварищам по парте было приятно сесть за эту самую парту. В данных ремонтах проводили участие еще наши дети, потому что 13 человек нашей школы, а это каждый год, работают в лагере труда и отдыха на базе нашей школы и помогают нам готовить нашу любимую школу к новому учебному году. Судя по словам Анны Петровны, принять своих учеников она готова. Как обстоят дела с остальными учреждениями образования района? Чем они могут похвастаться в плане обновления? За ответами на эти вопросы наша съемочная группа отправилась в администрацию Ленинского района города. Начнем с 5-й школы. Мы ремонтировали там блок начальных. Сделали, заменили плитку перед входом, значит, входную группу делали. Далее можно отметить школу-сад номер 2, там фасад, значит, делали. Делали 27-й сад, полностью благоустройство комплексное сделали и потратили на это почти 2 миллиарда рублей. К сожалению, сегодня все дорого, поэтому, хотя мы миллиардные суммы называем, у нас, скажем так, вопросов, которые еще надо и в следующем году, через год решать, они еще, конечно, остаются. Всего из средств городского бюджета на текущий ремонт учреждений образования Ленинского района было выделено 25 миллиардов рублей. Это позволило провести серьезные ремонтные работы и освободить дошкольные учебные заведения от первых классов, которые уже будут базироваться в средних школах. Благодаря этому сегодня детские сады Ленинского района смогут принять на 350 детей больше, чем в прошлом году. В целом, все учреждения образования Ленинского района максимально эффективно задействовали ресурсы, выделенные на преобразование и реконструкцию своих объектов. Поэтому родители могут быть уверены, все условия для благотворной учебы детей созданы.